Это раннее утро 30 ноября. Мы собрались ехать на экскурсию. Снимаю небо. Первая остановка. Собаки живут. Утренний завтрак. Он не похож на улицу. Ну хотя та большая тоже не похожа. Находимся, что делать? Вообще, она считается, на иврите называется территория Си. То есть это палестинские территории, которые делятся на три категории. А, Б, Си. Вот это территория Си, то есть она находится полностью, считай, под израильским покровом. Вот, почему здесь ограждение с обеих сторон? Вот эта вот проволока, потому что здесь мины. Я попозже об этом поговорю, но сейчас справа красивый очень монастырь, который сейчас проходит работы реставрационные, и мы увидим, то есть отсюда и южнее, то есть отсюда и направо, это называется страна монастырей. То есть здесь очень много монастырей с 19 века, которые были построены на останках византийских монастырей. Вот. А почему здесь много монастырей, об этом мы поговорим попозже. Меня. Леша, сфотографируй меня тоже там. Все, все. Да, но это уже речка, естественно, речка. Вот, она, значит, пустыня сама по себе, то есть она не часть. А, еще громче. Вот так? Замечательно. Значит, иудейская пустыня, она не часть глобальных пустынь, как Сахара. Вот, она местная.
Там уже Иордания находится, да? В другой стране там, да? Давайте я вам сделаю. Нормально. А давайте настоящих фальшивых снимок. Имеет комнату из истории, которая написана в Библии. Но начнем с того, что и священники понесли ковчег завета перед народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. А это как раз было во дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большую. А текущее в море равнины, в море соленое. Море соленое на юге у нас ушла и иссекла. И народ переходил против Иерихона, Иерихон на западе. Священники же, несшие ковчег завета Господня, стоит крепость иудеев. Потому что здесь они прошли, как только ноги священников вступили в воду, она расступилась и весь народ Израилев мог пройти через эту реку и идти дальше в обетованную землю. Вот. Вообще Иордан в Библии он упоминается 181 раз. И он не упоминается, ну, на русском, конечно, река Иордан, а на иврите никогда не упоминается как река, а написано «воды Иордана». Потому что действительно это маленькая речка. И ее значение не в красоте, не в глубине, не в широте, не в чистоте ее вод. Можете посмотреть и увидеть, что, ну, нечем похвалиться особенно. А именно значение, смысл, что духовно. Вот. У Иордана духовное значение. Вот это духовное знание. Вот, и то есть под этой империей, как сегодня, можно сравнить, что есть Америка и Израиль, он так. Господь дал победу сирианам. То есть все, что происходит, Таня, это по воле Божьей. Даже когда наши враги. Я в Египте был постоянно, эти тапочки нужны особые. А тут, видите, центральные пляжи, песок, ты свободно ходишь, модно, не На автобусе? Нет, ну там получается как? Там эти параллели бесплатно. Таня. Вон там около палочки перекладина спустите. Мы в Кумране. Какой живописный вид здесь. Сеночка.
сердце. Нет никакого сердца. А что есть? Сумка для перекачки. А, конечно. На арамейском. А мы не увидели ее. Камнем, что ли? Я камнем не говорю. Я только живым говорю. Кумран. Кумранские пещеры.